Истории такое из книги Коломны. Когда метель за окнами шальная свирепствует порою, иногда учительницу нашу вспоминаю, войной опаленная года. Она твердила по сто раз когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята, за что любить, не объясняет нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по сто раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любить, увы?